Добрый день. Сижу, работаю над своими видео. Дневной свет, жара, плюс 26 градусов. Сейчас выпью таблеточки свои, сейчас вам покажу. Вот, уже приготовила. Так, это моя таблетка, которую я каждый день пью уже в течение многих-многих лет. Видите? Называется «Зверобой». Я раньше пила алкоголь, там другие вещи курила, там пила. Но это было 14 лет назад. А потом перешла на зверобой. Там общалась с одним художником. Он меня научил. Но, как научил, говорит, чтобы выравнивать. Вот у меня зверобой, он выравнивает. Слава богу, я нашла свою таблетку. Это другие там пьют антидепрессанты, там еще какие-то. А у меня, мне вот зверобой пошел. Но это редкость. Это не каждому. Потому что нужно сначала посоветоваться с психиатром, можно такую таблетку пить или нет. Потому что я вот общалась там с одним знакомым психиатром, он сказал, что не каждый может это употреблять, то может это. А мне хорошо, я рада, что я нашла. Потом так, выпиваю вторую таблетку, это витамины, чтобы для иммунной системы, для мозгов, чтобы я дальше так много видео делала, картины рисовала, радовала вас своим творчеством. Поэтому нужно находиться в тонусе, баланс, тонус, энергия. Так, потом. Кстати, я сейчас это. Видите, у меня такая футболка, она немного у меня. Это у меня люди одежду гладят, а я. И немного жарко, можно вот так попшикать. Это вода такая простая. И она немного, я вот сейчас ее сняла, надела. Но когда белье чистое, то оно мятое. И я не глажу, а беру вот пшикалкой, попшикаю. Оно потом, когда высыхает, то как будто вот так и делаю. Так, потом у меня, видите, насморк. Это у меня аллергия. Все цветет. Выпиваем таблеточку. Против аллергии. Чтобы насморка не было. Вот у меня до июля нужно будет их пить. Все. Кстати, про футболочку, что хочу сказать. Сейчас я уберу. Я решила вам сказать привет и видео поставить. Так вот, про футболочку, что хочу сказать. Футболочка такая, ну, не идеальная. Видно меня, нет? Это вот у меня страница. Сейчас она пшикалась. Она сейчас будет сохнуть. Короче, это я. У меня есть страница, называется Reverbnation. Там у меня давно уже музыка. И там была такая функция merchandise, это значит репродукции футболок. Я могла туда загрузить футболки. И вот я, вы знаете, узнаете, да? Это моя известная футболка. Не футболка, а мотив, называется «Щелчки» с моей картины. Так вот, эту футболку я сама себе заказала там. Проверить качество футболки. Я всегда проверяю качество перед тем, как дальше продолжать продавать. Так вот, я вас поставлю сейчас, чтобы видно было эту футболку. Так вот, я ее заказала. Ну, думаю, проверю. И вы знаете, из Америки пришло. Это было много-много лет назад. Ну, я заплатила за вот это дело 30, сколько, 40 евро почти. И вы знаете, ну, это не то. Ну, простая какая-то, вот чисто дома ходить. Я даже на выход такое не надену. Это чисто вот или в нем спать, или дома ходить. Уборкой заниматься там или что. Ну или это я сразу убрала оттуда, вот с этой страницы, хотя из Америки и все, но это за такую цену. А сейчас вот у меня вот репродукции вот этих картин есть на Амазоне, на Etsy. Там совершенно другое качество. Там вот я заказывала, там вот качество, там продукция идет откуда, из Америки также идет, но там другая, видно, фирма. Потом из Латвии, вот что из Латвии заказывала, вообще там Америка даже рядом не стояла. Такое качество продуктов, качество материала. Я в восторге, молодцы, что такие, ну, продукция идеальная. И вот еще и леггинсы заказывала, и бандану заказывала, и футболки заказывала. Ну, много чего, и кружки, и все это вот из Латвии, из Риги идет, или откуда, я не знаю, из Риги это идет. Но я знаю, что из Латвии, Латвия написано супер-супер продукция, а вот это я сразу убрала, нафиг надо. Ну,
Не очень. Ну, дома ходить можно, а на улицу нет, не надо. Хотя в Берлине тут ходят все как хотят. Тут никто ни на кого внимания не обращает. Можно и голиком ходить. Но кто хочет, может голиком пройти. Тут это нормально. Ну. Посмотришь так. Ну, ладно. Если хочется человеку, если он так себя чувствует в данный момент. Ладно, все, я с вами поздоровалась. Я сижу, обрабатываю ютубовские видео, вот которые я на ТикТок загрузила туда-сюда. Я как и сказала, что я гружу везде. Все. Все. Пока.